Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Рыболовные сети и рыболовные мережи». Сегодня мы будем с вами изготавливать одностенную рыболовную сеть, применяемую на течение на мелководье. Для этого мы будем с вами использовать полотно рыболовное лесковое, ячея 50 мм, шнур, грузовой шнур 100 грамм на метр и верхний шнур, плавающий шнур. Просто плавающий шнур со встроенным сердечником. Шнур, разгромовка 9 грамм на метр. Как я и говорил в прошлый раз, да, вот эти шнуры, которые с наполнителем, скажем, здесь, независимо, сколько он грамм на метр, некоторые рыбаки его используют. Да, используют почему? Используют потому, что быстрее износится, скажем, выработает себя сеть, полотно, чем, там, скажем, использует себя с рук службы шнура. Значит, я не рекомендую ставить шнур этот, если вы готовите сеть там для себя, именно для себя сеть. Почему? Потому что, если вы видели или обращали внимание, когда вы покупаете, скажем так, рыболовные сети одностенные на таких шнурах, то садовая нить там идет, или шнур, или веревка идет. Вот здесь идет, да, скажем так, и пристегнута машиной, пришита машиной. Бывает, что и ячея сюда пришита, ну и все вместе, как обычно, пришита. Машина прошивает ее, да. А когда вы делаете ее вручную, да, и провязываете узлы, делаете сад, она в этом месте сжимается. И со временем, буквально где-то года два пройдет, он сохнется, вы сеть таскаете, поднимаете, и начинает в этих местах, то есть больше продавливать узел, и потом года через два он переламывает этот шнур. И этот шнур у вас потом на сети как макаронины такие отдельные будут. Где-то поломается, сломается, он высохнет, там на солнце сушить, если будете. То есть он свою функцию живет, да. И будет ломаться, ломки будет шнур этот под узлами. Но этот шнур все равно применяют, да, скажем, в большей степени артели. Да, рыбаки, я говорю, которые, скажем, у них быстрее они наловят рыбу, отобьют свои сети, скажем так, да, и полотно быстрее взорвется там от рыбы, чем они шнур. То есть, грубо говоря, там за сезон они отработают эти сети, да, выкинут их просто и все. И также шнурное течение будем использовать 100 грамм на метр. Шнур 100 грамм на метр. Да? Ну, как я вам говорил, перед тем, как делать сеть, надо сначала ее посчитать. То есть здесь ячея 50 миллиметров. Вверх, вниз. И сеть будет зимняя для ловли зимой. То есть низ мы будем набирать три ячеи умножить на 5 равняется 15 сантиметров и плюс 5%. Это где-то порядка там 5%, это порядок там 8 миллиметров. То есть будет она 15,5. То есть расчетная будет 15 сантиметров. Можно делать 8. 15,8 сантиметров. Да? Вверх мы будем садить с вами тоже на 3 ячеи. Умножить на 5. Будем сад, то есть 15 сантиметров минус 10% равняется 13,5 сантиметра. Вот наши величины непосредственно, да, по которым мы будем делать эту рыболовную сеть.
Полотно у нас с вами, так как, скажем, полотен, глубина этой сети будет 50 сантиметров. 50 сантиметров. То есть 50 сантиметров и с запасом, скажем, плюс наших 20%, 60 сантиметров будет по сети полотна. Так как таких сетеполотен не бывает, минимальное сетеполотно бывает 1,20 м. 1,20 м. Нам придется резать это сетеполотно. Здесь просто сетеполотно трехметровое, да, 3 метра по высоте. Нам придется его отрезать 60 сантиметров. Начинать мы эту сеть будем с вами делать с верхнего шнура. С верхнего шнура. Почему? Потому что, скажем, вот небольшая размотка этого шнура, верхнего, да, плавающего шнура, потому что сетеполотно имеет в жгуте размер 120 метров. То есть это получится там 60 метров. Но необходимо сделать, скажем, будем делать маленькие сети, маленькую сеть на примере, и будем делать ее всего лишь 27 метров поверху. Она получится 27 метров поверху. И чтобы полотно, скажем, это полотно не считать по ячеям, да, метраж, отрежем куска по горизонтали, отрежем по горизонтали сразу 60 сантиметров, да, это, то есть 60 сантиметров мы отрежем. И потом, чтобы этот кусок не делить пополам, чтобы сделать две сетки, да, чтобы не считать там, как его разделить-то будет, да, один сплошной, то надо считать петли, сколько там петель, разделить потом пополам эти петли, да, скажем, потом разрезать его вверх, да, по вертикали, и потом уже сделать из него две сетки. Нет, берется, делается проще. Отрезаем мы кусок с вами, да, отрежем кусок 60 сантиметров, потом возьмем поверху верхнего шнура, сеть у нас получится 27 метров, плюс два хвоста будет по 50. То есть нам по верхнему шнуру необходимо с вами отмерить 28 метров. Мы отрежем, возьмем шнур уже, отрежем его, заготовим, сделаем замеры, метраж, да, отмерим его 28 метров и начнем садить сеть. И сеть у нас получится под верху 27. Когда закончится шнур, да, мы просто полотно это срезаем, и второй кусочек останется на точно такую же сеть. Ну вот, я подвесил это сетеполотно на крюк, да, на крюк. И необходимо нам отрезать с вами 60 сантиметров, да. То есть 60 сантиметров на ячее 50. Это можно посчитать или по рядам, от узла до узла. То есть по рядам это получится 12 рядов. Или по ячеям, это пропуская узел, ячея. Да, или 6 ячей. Вот, допустим, посчитаем по рядам с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 12 ряд. То есть нам необходимо с вами резать 13 ряд. 12 мы оставляем, это 60 сантиметров. Да, и 13 мы с вами режем. Вот этот 13 ряд. То есть мы находим здесь начало этой сети, да, скажем, проще найти, если взять с самого начала, потому что петли набраны. Петли набраны. Пересчитаем еще раз. Как говорится, один раз, там 7 раз замерь, один раз отрежь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 13 ряд мы режем. Вот я просто беру, скажем, набрал эту сеть, можно сказать, пучком, да, вот этот пучок. Я взял и просто обрезал, да, как и было на уроках, да. Набираю опять эту сеть. Набираю, скажем, сколько ножницы там позволяет разрезать, да. Набираю, смотрю, чтобы провериться, да. Вот тут хвостик должен быть вверху. Хвостик вверху, узелки все вместе сложил. И опять просто режу. И дальше набираю эту сеть, да. Дальше ее набираю всю.
Набираю там, можно взять там большие, лучше резать немножко, наберите немножко, потому что, ну, если вы не резали никогда, вы можете ошибиться и сместиться по рядам. Чтобы у вас этого не было, набирайте понемногу, чтобы вы не сместились именно по рядам. Иначе сместитесь, и у вас будет срез этот лесенкой, просто идти лесенкой, да. То есть, вот, допустим, столько набрали, чуть-чуть, да, немного, небольшой промежуток, проверили себя, да, отодвинули, посмотрели хвостик вот сверху, да, вот хвостик сверху, вот так вот такой кусочек, к примеру, отрезали, хоп, посередине, да, и опять набрали немножко, там немножко, да, подобрали ее, чтобы узелки вот все они вместе, верхний, нижний по этой ячее, которую резать, да. Вы набрали, посмотрели, правильно ли у вас тут все идет, да, вот здесь, да, и начинаем опять резать, так режем, хоп, и набираем дальше. То есть смысл понятен, да, на уроке я показывал вам. Опять набираем это полотно, все, не спешим, да, спешки у вас нету, иначе потом придется вам или подрезать, или это все довязывать. Вот если вы как бы для себя будете делать сеть, то, что в предыдущих уроках я показывал, да, вот этот ряд, который будет, да, он резанный. Если для себя делаете сетки и будете им долго пользоваться, его, конечно, необходимо обвязать. Сетеполотна, они обвязаны, да. Лесковое сетеполотно, оно обвязано там ниткой. Да, и лучше, если вы будете как бы делать для себя, лучше это обвязать нитью, да. Один ряд, плиточку берете, да, нитку и обвязываете. Так как эта сеть и делается на шнур, да, и полотно быстрее износится, скажем так, чем все остальное на этой сети, мы обвязывать это не будем. И еще один момент. Если вы также не обвязываете, к примеру, да, не обвязываете, то рез на сети, который будет рез на сети, да, вы его делаете вверх. Рез делаете вверх, под верхний шнур. А уже который целый у вас там, а с обвязом есть, да, то туда и делаете под низ. Ставите, ну, грузовой шнур или на кольцо, смотря на что вы будете готовить рыболовную сеть. Вот то, что я вам и говорил, мы разрезаем это по горизонтали, да, вдоль всего полотна. И просто там, чтобы как потом понять-то оттуда, там, скажем, 30 метров, да, просто будем делать по верхнему шнуру. И с этого куска получается две сетки по 27 метров. Вот две сетки и подготовим. По 27 метров. К примеру, режете, да, вы не поленитесь, к примеру, да, вот когда срезали, вот так же набрать, к примеру, да, набираете полотно. И возьмите просто, не поленитесь для себя, проверьтесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцатый режем. То есть даже для себя проверьтесь, правильно вы идете или нет. Чтобы не в завершении полотна уже посчитать и увидеть, что вы сбились, да? А чтобы хотя бы на первоначальном этапе это все увидеть, что неправильно режете сеть. Кто не умеет, бывали такие случаи, что даже когда начинали резать, смещались на целых 5 рядов, да, смещались на 5 рядов, или вверх, или вниз. Тут-то небольшой кусочек, как бы видно, а когда, допустим, с большого сетеполотна вы отрезаете, да, там отходите на расстояние, и вам так не видно. Да? И тогда вот лучше посчитать. А то можно там съехать лесенкой, состричь, то есть где-то ошибиться на один ряд, потом ошибиться еще на один ряд. И так эта лестница можно уйти.
исправлять, если уж жалко там сетеполотно в этом моменте, то тогда надо его довязывать или уже срезать до какой-то величины. Узелок перехлестнулся тут. Чтобы он не перехлестывался здесь. Я сброшу, чтобы не ошибок набрали. Смотрю, да. Вот эту режем. Разрезали. И теперь вот набрал, да. Резать мне надо вот здесь. И опять же себя проверяю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать режу. Все, срезаю. То полотно будет рабочее на крюке, это просто убрать. Также по шнурам с вами смотрим. То есть шнурок там в размотке его больше, нижнего намного. Смотрим, что здесь по низу. Да, вот как бы он распущенный здесь, да, и косички. Идут свинцовые грузики. Косичка, да, тут расплетена. Выбираем часть грузиков, да, отсюда, чтобы его оплавить. И просто его оплавляем. Грузовой шнур нижний. Оплавили. И заделали. Также и делаем непосредственно с плавающим шнуром, да. Вот он оплавлен тут, ну плохо оплавлен просто. Уже оплавлен. Подрежем и более сделаем хорошую запайку для него, чтобы он не цеплялся нигде, этот шнур. Ну, вот сделали для него хорошую запайку. Как я и сказал, начнем мы с верхнего шнура. Отмеряем 28 метров и начинаем посадку рыболовной сети. Ну вот это полотно, да. Я его, как обычно, мы берем, вешаем на крючочек. Ну, вот такая веревочка тут длинная. Нам нет необходимости в ней, да. Мы пополам сложим. Ну и просто здесь сделаем узел. Да, чтобы она поменьше была, поменьше ездила, поменьше ходила. Я просто делаю узел туда, в половину там, скажем, да. И на этот узел уже подвешиваю на крючок. То есть вот у нас наше короткое обрезанное полотно. Теперь беру нашу любимую игличку или челнок. Да. Так как мы будем делать сеть эту сверху, да, непосредственно по верху. И будем набор, мы с вами посчитали, 13,5. 13 сантиметров 5 миллиметров. Я отмечаю это расстояние с двух сторон. 13,5. Я отметил эти данные расстояния. Теперь, так как мы будем делать ее сверху, сеть с верхнего шнура, да, боковую нитку я оставлю, чтобы, то есть боковая нитка будет 50 сантиметров, оставлю я тут, там, скажем, 70-80 сантиметров, да, вот оставлю 80 сантиметров, чтобы узел нам прийти, узел, и сделать на нижнем шнуре. На нижнем шнуре сделать этот узел. То есть отступил я 50, взял шнур, опять отмерил по шнуру 50 сантиметров. Да, 50. Приложил шнур, веревку, нитку. Да, закрепил. Закрепил. И делаю узел. Сделал узел. Так, как я вам и говорил, берем полотно, край полотна находим, находим первую ячею, и здесь у нас ячея с вами идет 50 на 55 сантиметров. Мы накидываем одну ячею, накидываем. Да, и делаем захват, чтобы проходила игличка.
сделали захват. Оставил тут буквально миллиметр, да, пенек. Когда делаешь узел, пенек этот уходит, и нитка ложится прямо по шнуру. Набираем 3 ячеи. Делаем наш замер 13,5. Оставляем пенек 2 сантиметра. Да, и делаем узел. Не помню, вам говорил или нет. Да, если у вас резанное полотно, то резанные петли мы ставим подверх. Обвяз оставляем внизу. Обвяз. Резанные петли мы ставим подверх. Но если делать для себя сеть, то лучше ее обвязать. Обвязать еще ряд ниткой. Обвязать более толстой ниткой, и тогда уже сажать сети. Но здесь быстрее износится полотно, да, на этой сети. Она поймает свою рыбу. Буквально там на сезон ее хватит. Пускай два. То есть шнур себя еще не исчерпает. Итак, дальше мы продолжаем посадку этой сети. Эту сеть мы делаем, как я вам уже говорил, на течение. То есть применяем вверху 9 грамм сплошной шнур, а на низу будем ставить 100 грамм на метр. Значит, этот шнур идет с наполнителем плавающим. Внутри там наполнитель в нем есть. И узел сильно тянуть не приходится, потому что он хорошо сюда впивается. Да? Это не капроновый шнур, который 5 мм, в который надо сильно затягивать узел. Тут буквально чуть-чуть его прижимаешь, он хорошо уже впивается и хорошо уже на нем стоит. И так далее продолжаем это делать. 3 ячеи, 13,5, пенек 2 и делаем посадку. Ну ладно, сейчас я немножко побыстрее повяжу, там вам дальше покажу. Ну вот, как обычно на видео, мы с вами быстро сделали верх рыболовной сети. Да? Ну и теперь осталось немножко, осталось здесь уже два промежутка сделать. И закончится у нас сеть. Я предварительно померил шнур, который у меня там остается. Да, с той стороны также мы оставим конец 50 сантиметров. Да, я уже померил, что вот остается у меня два промежутка. Раз промежуток, два промежуток. Два промежуток. И также в завершении сети. Здесь у нас ячея 55 сантиметров. Я подхватываю одну. То есть вот я два провязал и осталось все заканчивается сеть. Подхватываю одну петлю. Одну. Подхватил. Да, и здесь делаю захват ее и подвязываю одну эту петлю. Подхватил. То есть здесь остается непосредственно остаток конца, да, шнура 50 сантиметров. Теперь, как я вам и говорил, что здесь, сейчас я вам покажу то, что я говорил, что полотно оно длиннее, да, длиннее. Вот смотрим, оно идет дальше полотно, еще вот остаток по этому полотну, то есть еще здесь хватит на такую же сеть делать остаток по полотну. И чтобы это нам не просчитывать было ничего, да, мы вот посадили. И здесь мы просто обрезаем ножницами вверх, да, просто это подрезаем.
вверх, как мы проходили уроки, чтобы подрезать полотно вверх. Вот я режу. Да, на каждой ячее, вот здесь каждая ячея, да, может, с лески не очень хорошо видно, да, остается на ячее 2 усика, здесь остается 2 усика, да. И так я прорезаю это сетеполотно все до верха. Вот 2, тут с одной стороны 2 усика, и с другой стороны тоже здесь сбоку остается по 2 усика. И так до самого верха я это разрезаю. Когда я это подрезал, да, скажем, вот в сторону, да, и точно так же мы начинаем уже боковую с вами продевать, боковую нить. Также я беру не в крайнюю ячею, не в самую крайнюю, да, а рядом ряд идет. Вот рядом в ряд я начинаю вставлять челнок. Вставляю рядом в челнок. Да, по всему этому ряду поднимаюсь вверх. Поднялся вверх. Да. Теперь необходимо, скажем так, перевернуть, собрать. Да, собрать непосредственно посаженный уже вверх этой сети. Да, как и на той сети мы делали, отмерить, сделать отметку в 50 сантиметров, да, перевернуть ее и уже садить низ сети. Да. Вот потихоньку собираем ее. Вот как этот низ выглядит посаженный уже непосредственно на этой сети. Вот этот низ. Низ по этой сети. Да, точно так же. Но просто я ее собираю. То есть соберу и уже так ее оставлю в собранном виде, что уже не надо будет второй раз ее разматывать. Просто соберу эту сеть и так и оставлю. Так как сеть здесь небольшая, всего 27 метров она получилась по верху, то мы ее быстро наберем. То есть верхнего шнура у нас ушло 27 метров плюс 2 конца по 50 сантиметров. И уже изготовив, скажем, верх, да, уже собрав, она уже даже находиться будет в собранном состоянии. Вот, собрал, допустим, на этот же шнур, да, я им же и подвязался. Да, просто подвязался. Теперь, когда я подвязался, снимая это полотно, да, вот я его снял, вот здесь оставшиеся петли остались, да, и это вот петли, которые на этой сети. Петли я просто здесь, скажем, ничего я не развязываю здесь, да, я просто подрезаю, да, подрезаю эту веревочку, сбрасываю эти петли, сбрасываю, а эти петли подвязываю сюда же обратно. Обратно подвязал, да, эту ниточку, веревочку, и уже остались. Второй кусочек, он остался уже на веревочке, да? Вот веревочка, этот кусочек, вот она. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо завязал. Чуть не разбежались все петли. Они разбежались. Веревочка выскочила с этих петель. Да? Заодно вам покажу. Вот выскочила. Плохо я ее закрепил.
плохо закрепил эту веревочку, да, и она у меня выскочила. Выскочила со всех этих петель. Ничего страшного в этом нет. Я беру вот так, обвязываю все эти петли ровно, равномерно, да, потому что я не буду их набирать заново, зачем? Нету смысла их набирать заново. Ну, просто даже вот такой простой урок, да, соскочили, ну, не сидеть же их там полдня потратить, эти петли все набирать. Зачем они нужны-то? Ну, так завязал я на узел здесь, да. Все, мне этого вполне хватит работать дальше. Как и в прошлый раз, да, продели вот боковую нить, перевернули сеть. Здесь непосредственно уже беру, делаю, отмеряю 50 сантиметров. 50 сантиметров отмеряю, да. Здесь можно, так как петли недалекие, да, недалеко размещены и все удобно, можно и не делать этот узелок, да. Замерил, я держу это в руке. Берем мы шнур 100 грамм на метр. 100 грамм на метр шнур. Здесь, так как будет эта сеть устанавливаться, то есть одиночная, она будет одиночная. Здесь мне нет необходимости сделать длинные хвосты. Потому что шнур он неудобен, да, чтобы он тяжелый, не вваливался, не запутывался. Мне вполне здесь хватит обвязать ее потом снизу другой, как бы веревочка подвязать. Хватит вполне 25 сантиметров. Я сделал 25 сантиметров, да, на этом шнуре. Отступ. Да, она просто будет ставиться одна. То есть связывать между собой их не надо будет. И точно так же. То есть 25 я отступил, протягиваю первый узелочек, делаю второй узел. Второй узел. Также сделал второй узел, затянул это все. Да? Вот впился в узел, хорошо впился в шнур. Также набираю первую ячею здесь. Да? Точно так же делаю первый захват, чтобы проходила игличка. Сделал первый захват. Теперь, как мы с вами и рассчитывали, да, с вами набор у нас пойдет с вами 3 ячеи. Мы будем набирать здесь по 3 ячеи. Раз, два, три. И расстояние мы посчитали с вами, что оно будет. Вернее, я посчитал, что оно будет у меня 15 сантиметров и 8 миллиметров. Это плюс 5% добавлено этого шнура. Я думаю, что возникнет вопрос, а может быть и нет, может и не возникнет ни у кого. Кто-нибудь задаст этот вопрос, я сразу на него отвечу. То расстояние непосредственно, я вам рассказывал про зимнюю рыболовную сеть, говорил, что необходимо делать плюс 10%, а сам изготавливаю рыболовную сеть с расстоянием плюс 5%. Сразу отвечу на этот вопрос. Значит, сеть я эту готовлю на течение, на мелководье, да. И я добавляю 5%, потому что я знаю, какую рыбу будут ловить непосредственно в эту сеть. Какую породу рыбы. Есть подразновидность еще в сетях. В сетях, да? Скажем, какую рыбу вы ловите, и на каждую рыбу делается свой сад. Но для, скажем так, для общего понимания все данные я вам дал. То есть то, что мы с вами прошли уроки, да, этого вполне вам хватит для того, чтобы эти сети поймали в любом водоеме рыбу в Российской Федерации. Ну вот, опять быстро мы подошли с вами к завершению рыболовной сети этой, да.
Сейчас посмотрим, сколько у нас тут петель остается. Сколько у нас с вами остается здесь петель? Раз, два, три, четыре. Четыре петли. Нет, опять она попадает в сеть ровно в ячеи. Две, три. Три. То есть опять ровное количество ячеек попало здесь. Ну и прихватываем последнюю ячею, одну. Прихватываем одну ячею, смотрим, да, расправляем, мало ли она запала, эта ячея, вот она, ячейка эта. Подхватываем, делаем промежуток, чтобы только входила игличка. Расстояние берем, как и с той стороны, расстояние 25 сантиметров, 25 сантиметров отмерили. Обрезаем этот шнур, обрезаем. Тут идет косичка непосредственно свинцовая, да, свинцы. Мы их достаем здесь немного со шнура, немного их высовываем из этой косички, да, и также мы оплавляем этот шнур. Теперь, которую мы непосредственно с вами там оставляли нитку, там 80 сантиметров у нас было, да, мы теперь ее сверху, эту нитку, да, не снизу, а сверху, где у нас там начало сети. Также вот этот кусочек остается у нас, и мы начинаем ее прогонять в не последний, а предпоследний ряд. Начинаем эту нитку в предпоследний ряд заводить. Я вот сижу на одном месте, никуда даже не встаю, не хожу. Завели в предпоследний ряд ее. Отмеряем 50 сантиметров от края. Замерили 50 сантиметров. Да. И здесь на завершении все то же самое. Прикладываем вокруг шнура. Вокруг шнура. И еще раз вокруг шнура. И тут как удобно, под одну или под две нитки. Как удобно. К примеру, под одну. Затянули. Теперь, точно так же, как я и показывал, вокруг шнура две нити вместе с игличкой. Две нитки мы с вами прошли. Подтянули. И в другую сторону. Опять вокруг шнура две нитки. И еще сделали вокруг этих двух ниток. Еще раз пропустили. Вокруг этих ниток. Прошли вокруг этих ниток. Все. Затягиваем. Чтобы затянуть хороший узел здесь, да, я вам уже показывал, говорил. Я беру рабочие ножницы. Да, заматываю, чтобы протянуть хорошо этот узел. И протягиваю. Протянул, оставил хвостики 2-3 сантиметра, как удобно. Обрезаю. Все. Сеть у нас готова. То есть мы опять с вами сделали быстро, посадили быстро эту сеть. Вот так выглядит этот низ сети. Да? Низ сети. И вот так выглядит верх сети. Она невысокая сетка. Точно так же теперь собрать этот низ сети, ее собрать, да, и какой-то веревочкой просто перемотать. Все, спасибо за внимание, хорошего дня и отличного настроения.